Привет, с вами Макс, я второй ведущий MoobGame. Я заменяю позитива, но он сидит за моей спиной, точнее он танцует, крутится, вертится. И как было задумано, он отснял 13 эпизодов MoobGame, и поэтому теперь я буду снимать MoobGame. Но не только я, мы будем снимать его в разнобой, по выпускам. Короче, мы будем снимать, как у нас получится. И вообще, идею MoobGame мы придумали сами. Мы сидели летом 2012-го утром и придумали. В общем, идея была общая, и поэтому снимать мы тоже будем вместе. Вот, обзор будет на игру первую. Need for Speed Most Wanted. Она 2012 года, а не 2005, как на компьютерной версии. Поэтому... В смысле, она сделана по прототипу... Ну, по прототипу компьютерной игры. Прототип, короче, компьютерной игры. В общем, тут нету боссов, это огорчило, но она оправдывает это, потому что графика идеальная, управление идеальное, мне нравится. В общем, тут гонки, контрольные точки... Все такое, можно качать игру, качать машину внедорожники, и можно менять цвет по началу гонки. Давайте поедем на этой, что ли. Она хоть и не очень быстро. Бери Land Rover. Ладно, на Хаммере поехал уж. Land Rover лучше. Land Rover всегда по жизни лучше. Хочу заметить, что я делал на эту игру обзор в 7-м выпуске с Антоном 99. С платформой iOS на iPhone 4S. И тогда я не сильно готовился к ней, а сейчас это сделал Максим, и опять я ничего... Но эта игра, правда, классная, поэтому да. Смотрите. Советую вам ее скачать, вспомните... Да ничего не делал. Просто гонка хорошая. Да, просто гонка хорошая. Ускорение работает вот так. Управление за счет акселератора. Управление очень-очень хорошее. Поэтому я очень всем советую. Она оправдывает себя за то, что тут нет боссов. Потому что здесь просто офигенная графика. И копы есть! Да, тут даже копы есть. Давай прямо. Ну куда этом... без них? Мужик, что ли? В общем, это, можно сказать, прототип компьютерной версии. Конечно, на планшете играть намного лучше, чем на телефоне. Но все равно, если у вас телефон хороший, качайте. Я вам советую. А еще один коп. Я вам говорю, это просто прототип компьютерной версии. Ну, куда без копов? В общем-то, графика тут изменилась, внесены новые машины. Конечно же, та игра была 2005 года компьютерная, а это 2012, поэтому внесены очень много изменений. Короче, сейчас Максим гонку закончит, мы да. Перейдем к следующей. Потому что, правда, уже нечего сказать. Вроде сказали все, но не заметили самого главного. Что? А то, что... Тут есть разные виды гонок. Есть, да, например, время, есть круговые гонки по несколько кругов, там один на один и всякое такое. Ну, в общем, вы скачайте, поиграйте. Скачайте, поиграйте, оцените, напишите в описании, понравилось ли или нет. Почему в описании? В комментариях? В комментариях. Вторая игра это... Топ Гир. Да. Сегодня у нас какой-то гоночный выпуск. Да, гоночный выпуск. Так и назовем. Быстрый. Топ Гир. Очень хорошая игра. Она... Какого она года? Хрен ее знает. Хрен его знает.
Какого Но так года? как есть очень-очень классная передача Top Gear, как вы уже догадались, что машины, ну, некоторые машины, да, оттуда, и вообще машины там... Тут вообще хорошие машины, хороший выбор, графика, хорошая графика, хорошее управление, все очень хорошее. Но тут не в виде гонки, тут в другом виде. Сейчас, да. Сейчас загрузится эта игра, вот тогда мы и посмотрим. Надо чем-нибудь заполнить паузу. А, все уже, все, она... Все, она почти загрузилась. Загрузка. Она русифицирована. Да. Это очень хорошо для русских. И, пользуясь случаем, я хочу прорекламировать напиток Angry Birds. Angry Birds, птички всегда с вами. Ну, давай, давай. Вау! Вау! Выиграл, офигеть. Класс. Давай еще одну. А, не-не-не-не-не, да ты еще тогда крутить придется. Ну нафиг. Дайте проедемся по трюкам. Дайте. Прыжки через каньон. Прыжки через Нет, каньон. Это равновесие. Дайте первый этап. Ну, тут в основном равновесие. Не-не, в основном тут разные есть. Тут можно улучшать машину, все. Можно покупать новые. Улучшать, как вы хотите, под свой цвет любимый перекрашивать и так далее. Под ваш вкус и цвет. И вот опять загрузка. Но эта игра очень хорошая. Управление тоже очень хорошее. И я очень волнуюсь, так как нужно тут за время проехать. Мы победили. Да, мы победили. Серебряная медаль. Ну, тоже хорошо. Конечно, не золото. Следующая стадия. Тут очень хорошее управление. Я еще раз это скажу. Работает за счет акселератора. Что это за машина? Хорошая машина. Быстро. Хорошая семейная машинка. Лада Приора, да. Залезли все в бардачок и поехали на дачу. Хорошо. Так, ладно. Золотая медаль. Следующая стадия. Сейчас я все тут пройду, наверное. Игра очень-очень хорошая. Ну, это можно заметить по весу игры. Она очень хорошо идет как и на планшет, так и на мобильное устройство. Хотя планшет это и есть мобильное устройство тоже. Юра берет свои Слова позитив. Ну ладно, видео уже идет 8:34, если точно. И Макс сейчас проходит последнюю. И давай покажи, как разбивается она. И очень. Неудача! Это, что знаете, ты сделал? Это знаете, как в GTA-шке так еще крутиться да, должно да. это. Потеряно. Потеряно. Все. Да, я хочу выйти. Вот такой вот получился выпуск. Мы нарушили все законы физики и сняли на две игры. Понравилось ли вам? Фейл. Юра, не злись. Не знаю, понравилось ли вам. Оцените. Это... Не судите строго, это первый выпуск. Больше такого не будет. Я понимаю, что вам очень сильно действует на уши, когда два человека просто говорят там с разными интонациями и голосом. Такого больше не будет. Заранее прошу простить, уже 9:37 идет. Так что всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, ждем Антона и удачи!